Інша музика. А джаз він має дуже багато стилів, напрямків, різновидів, тому однаково тут немає. Не буває. Эта музыка, она появляется ниоткуда, как будто бы, и просто хочется ее играть. Что касается формы, у нас есть, получается, тема состоит из нескольких частей, например, из четырех. У нас идут четыре части, потом идет импровизация, потом какая-то пятая часть, и опять эти четыре части темы, которые мы будем в начале. Ну, как правило. Зал завжди був повний, і щоб музиканти завжди з радістю тут виступали. Тому приходьте до нас на концерт. Тут справді гарна музика, тут справді гарні музиканти. Ми вас чекаємо завжди.